Всем привет! Делаю обзор поезда 493-го Ульяновск-Напа. Это у нас вагон люкс. Все очень чистенько. Вагон люкс, спальный вагон. Здесь нам уже откинули. Вот. Кинули нам кресло, чтобы пошире было. Индивидуальный кондиционер. Вот такие вот сиденья. Шторки. И никого нет. Красота. Здесь есть еще телевизор вот такой. Вешалки. Туалет. Все чистенько, освежитель, жидкое мыло, туалет, во время стоянки можно пользоваться, здесь кружочки для унитаза, туалетная бумага.